Ну, там так-то рейд. Пила. В дерево возить будешь хилить. Можешь в танка тоже прыгнуть. Короче, втроем хотите 10 человек, да, побить там? Да, сейчас завалим. Может, уже и зашли. Покушаем, правда. Кого делаете? 7, 5, 4, 3, 2, 1. Я не поняла, буду хилить. Там типа алики или что? Ну, я только был там, и они были. Погнали. Мне тоже, по-моему. Давайте, класс. Да мы как-то маленькими пошли в Каражан, да, тоже. И там эта белая стая, да, тупорылая стояла, блядь. А это вообще отмороженные люди. Все, вам на кость дали квест, да? Да, вот меня убивают. Хильня. Короче, психанули мы нахуй. Пришли туда своими мейнами. Стоя их там где-то, ну, тоже минут 30, наверное, уничтожали, блядь. Ну, ебанутые какие-то они это. Гаси вон сову, вон он бегает. Дурак убежал. Давайте, кого сломаем? А чё, пойдем выполнять этот боквест? Минус крест. Второй сейчас крест будет, бля. Минус второй приз. Шаман. Беру, сейчас всех убьем тут. Ни хрен был начинать. Вообще. Где по ним пайки по 7 тысяч проходят. Пока все капаем, да, ничего не делаем. Или... Сейчас мы их добьем, я вам покажу, где кост лежит. Да там пока все посмотрите. С ДК, еще один ДК. Все, не трогайте его, пошли. Он не бил никого. Косточка, косточка. Вот тут вот. Сейчас нет. Чтобы ее подобрать, надо выйти с группы. Так что пока, пока. Оставайтесь-ка тут. Просто ну, покидайте группу, там, я не знаю, Настя в кошку запрыгни там и в инвиз уйди. У тебя ж есть и это самое. Да-да-да. И по с группы выходите. Так, Костян, смотри. Слушай. Ну, Мелькора, ты знаешь, мы. Его, вот этот вот разбрес, это был мой шаман. И видишь, сейчас в гильдии чернокнижник появился. Бухлишко. Ага, это твой лоб. Это тоже мой, да. Ну, чтобы... Ну, они все подписаны. Ну, чтобы не терялся, если что. А, добре, понял. Я тогда на 300. 300 у меня в агре Мари. Кому-то надо было абсолютная пыль. Можешь мне почтой Маросару отправить? Могу, но она будет час идти. Да и а ладно, ты где находишься? На зоне ты в Долоране? Нет. Я в зоне 52 жду, пока прилетит друид там. И бар, и начнем квест делать. Это в РБК сходим, короче. Ну, я понимаю. Настя, сейчас мне, я зайду престом, линканешь мне посох один и второй в личку. Ну, если сейчас мы пойдем в этот, сейчас пойдем в РБК, я на ДК он специально сейчас зашел, я возьму с собой эту пыль, тебе дам ее в инсте. Сколько я там надал? 8? 80. Ну все, окей. Не надо авк, минут 10. Подождете? Ну, да, конечно. У нас выбора нет.
Короче, ну вот он. Все равно потом еще понадобится, блядь, когда-нибудь. Короче, я тебе стак дам, чтобы потом по две, по три штучки не просил. Если будет не нужна, просто в ГБ закинешь там, где написано энчант. Да я так и делаю. Все равно все это, реги на гильду оттуда я... берем. Ну, мне зачем я свой таскать вместе за ним. Так, зашел престом. Пока на 121 смотрим. Вот она. Ёб твою дивизию. Короче. А кто танчить-то не будет? Что надо там говори на этот посох. Я тоже есть здесь. Тебе что, посох зачарить надо? Не, мне-то зачем? Я ж гестер, я с посохом не бегаю. Ладно, сейчас. 26, 46, 14. Славян 27 лет прям обозначил. Ну не знаю, что так подписал. Настя, осколки грез есть у тебя? Осколки грез такие. Да, осколки. Есть. Лишние. Так, абсолютная пыль. Раз, два, три. Три. У меня всего один осколок грез есть. Вот, Насте надо будет где-то найти. Два, нет, один осколок грез. И... Ну вот, у меня есть. 8 радужных осколков. Радужных и один осколок грез. Радужные, по-моему, мы все убили, мы тут твинов чарили. И Настя, линкани моему присту, пожалуйста, посох, который выпал на шапку, на сову тебе. И скажи мне, пожалуйста, кому там отправить абсолютную пыль. А уже да не надо. Я взял с собой. Сейчас. Хорошо. Сейчас вынь, пойдем, я ему в инсте отдам. Скажи лучше, что там на перчатке на 40? На перчатке? Ну, что за... Короче, нас тут эти дураки убили. Да? Хреново. Так, на перчатке 6 абсолютной пыли, 6 чародейской пыли, 2 малые космические субстанции, 2 простые планетарные. Малая и планетарная у меня есть. Сейчас с собой возьму. А чего нету? Да, по-моему, все есть. Ну и хорошо там. Квест будем делать сейчас. Блин, а радужных осколков даже в ГБ нету. Ну я говорю, у него надо... два радужных надо. Есть и один осколок грез. Да мы недавно просто твинов чарили тут очень сильно. То есть всех своих. Настя. И все эти радужные осколки улетели. Ну я кому-то 11 давал, помню. Настя, чудо ты скромное. Ты мне линканешь посох, который на салоне. Она сказала, погоди, она 10 минут ПК сказала. Да, она 10 минут уже ушла. Миха, это ж ты, блин, я все тебе это, блин, путаю. Не то, что путаю, а маленькое это сомнение у меня. Это ты тот лог, который с нами после ЦЛК к нам пришел или нет? Ну, вообще-то, да, я думал, когда уже признаюсь. Да, ну, извини, народу много появляется, просто нового, и... То есть, что, погоди, ты хотел 8 абсолютной пыли незнакомцу отдать, что ли? Да похеру вообще. В гильде, да в гильде. Ну, это, чё, господи, это пыль, блядь, ни о чём. Вам в РК за что? Ну, я же вижу... Ник знакомый. Да, кстати говоря, ты это, в скобочках имя подпиши там себе. И тебе, наверное, надо или заявку подать, на то, чтобы тебя в группу добавили в РК. А кому там подавать? А вот уже никому. Вот Старгейзер был, надо было ему. Сейчас теперь жди, пока Вовка зайдет. А как в скобочках делать имя писать?
Ну, открываешь скобочку, пишешь по-русски имя, закрываешь скобочку и все. Ну, там, где ник поменять, вот там нажимаешь изменить ник или что там, и просто допиши имя свое и все. Русски. Скобку открыл, написал Миша, закрыл скобку. Все элементарно. Там, где у тебя ВРК ник, вот там просто его меняешь и все. По никам просто тоже как-то сложновато всех запомнить. Тем более, если сейчас будут еще добавляться люди, тут вообще ебанешься. Точка, а так сказал ник, сказал имя и все. А Настя вообще вылетела с РК. Не, она ж ушла на 10 минут. Ушла, мне только что сказали. Ну да. Значит, вернуться. Мне ж надо и посоль зачарить. Потом вы слетаете в зону 51, залить квест. Кто там? Я уже тут стою, жду. Там в зоне 51 уже? 52. Это где? За пределье, да? Да. Да, там фиолетовая локация, там вот это. Все, понял. Сейчас я прилечу и зачарю тебе этих, пока на все гуляют. Ну, я просто здесь их жду, чтобы отсюда это зарегистрироваться и там здесь же показаться. Там есть хил, есть. Куда вам именно там, в какой РБК надо? Там, где Сетки, ворона и кузня крови. Сетевские залы, да. Ну, сетевские мне тоже надо, хочу анзу. А на птице есть около кости? У меня есть, друида я сделал. Заебался я его делать, честное слово. Они вроде бы не тяжелые такие, но в гугле, да, вот. Вообще ничего нету по этим квестам. Просто дурак не то, что ты делал, не писал, в смысле. А в Алькатрас, ой, к этому. Зона 51, все, лечу. Крепость бури вообще можно ходить, нет? Нет, крепость бурь, по-моему, нет. Где-то по идее, вот РБК, их по сути должно быть штук, наверное, блин, ну 15-17 точно. А их всего у нас 7, по-моему, 7. Да? Да, их 7, а должно быть 15. Это если они... Мне кажется, что по лету, да, мне так кажется, хрен его знает, мои догадки личные, что по лету, когда они хотят сделать Т5, вот тогда они и добавят еще РБК, потому что, ну это, блядь, я думаю, Т5 будет ни хрена не дешево стоить. Тоже будет за значки за предельев он покупаться. А он намного лучше, чем Т4 будет? Бля. Да, лучше будет, намного лучше. Гораздо, да. С кем это мы сравнивали, не помню. А, с Яль, 12 с их. Но их это, Костян, их стопудово Т5 зарежут, потому что это очень большие косты, то, что у них есть. Ну, конечно, да. Зарежут, потому что уже ж Т4 зарезали, особенно Прислан. Локом не столько урезали, чем Прислан. Меньше это самое, пляхи вылетают по вот этой вот черная херня, короче, когда шипашка косой вылетает. Гораздо меньше урезали дымак. Раньше он в толпу, когда эту фигню заряжал, там, блин, почти по всем вылетало по 10к, блин. Прикинь, куча мобов, там, штук 10 мобов, и каждому по 10, по 15к, по 17 критами, это там нормальные такие. А если в одиночную цель, то вылетало и по 30, по 40к. Сейчас вот у меня, допустим, у ШП вылетает максималка под фул бафами, когда у меня СПД с бафами, грубо говоря, 4400, максимальный дамаг у меня 24 тысячи вылетает. 24-26 вот так вот, с этой черной фигни, в одиночку. А Soul Bro, он что, варлоком пойдет или ссылка? Кто? Соубро. Вот подписался. Так он создатель, он не подписался, посмотри внимательно. Мы сейчас идем вот тебе,
Насте и еще кто-то квестом собирался делать. Да, он про ЦЛК говорит. А, ЦЛК, подожди, я же даже не видел ЦЛК, блин, календарь. Это завтра, да? Все, вижу, ЦЛК 10. Надо подписаться. Подписывайся в любом случае. Друидом сходил туда, честное слово. Я подписался престом, но если надо будет хил или танк. Ну там десятки. Разберемся. Ну, ты время видишь? 21.00. Да пофигу, блин. Завтра суббота. Ты если что, туда двоих тащить можешь. Там же не из каждого босса тебе что-то нужно. Я друлем. Профа убивал, когда у меня хил друлевской еще был 237 или 238. Профа уже убил. Ну Страйк вот пока, вообще. Смотри, вот пока. Я до сих пор не здесь убивал. Сильные, это... Муралин, это Вовка, это его танк, твинок, 255-й он. Ну, соответственно, мой ДК и Старгейзер. Пока что. Ну, вот ты подписался престом. Пока все. Я вот только не знаю, нахуй я подписался, блядь, в этот. А тебе на сказал, ачивы. Можно на Лока, вон, предлагает, овер. 264-й кошмарик это. 560-й. У меня стоит. А, так у меня такой же. Жезл. 260-й. Это у меня 260-й, я показываю, что мне не нужен. А вот это то, что у тебя, у меня такой же, он шипешка, мы его на ура. А ровер предлагает заходит. Кому-нибудь подогнать кошмарик, избавление от кошмаров. Это. Стопудово за квест у него выпал в сумочке. Не, блин, такой... я бы забрал себе на Лока его, конечно. Ну, блин, у меня столько денег нету. Я его продал на то он время... Писал, он написал подогнать. Это что за... А, он подогнать? Кому подогнать он? Ну, это же не за золото, вроде. Пиши в личку. Сразу деньги. Вот у тебя может что-нибудь ему пойдет в мешочек. Стой, стой, давай по самой перчатке ставь мешок там. Тоже пришел. Не надо. Да. Вот эти такие стрёмные. 250. Не, ну то он просто стоит, считай, что-то 1012, блядь. Я думаю, навряд ли просто так-то. Ну что он молчит, блядь? Я ему пишу, он молчит. Разберу эту самую великую космическую, разобрал. Давай еще раз обмен и выставляй. Осколок грез один штука есть у тебя с собой? Да, есть. Кидай, пожалуйста. Я Настя, чтобы сразу зачарил два оружия. Один. Это я купил, не надо радостно. Ну ладно. Все. Так, мне ни хера, ну все, чего-то не хватает. Считаем, это надо... Ты смотри, у меня... Абсолютной пыли не хватает, точно. А, нет, такого нету. Сам попрошай ничего. Абсолютной пыли не хватает, сейчас скажу. А, нет, почему не хватает? У Антохи попроси, у него есть. Не-не-не, абсолютной наоборот, ее хватает. Ее ровно 60 и 60. А вот чародейской 6 штук не хватает. Чародейской? Да. У Насти есть. Настя придет, у нее есть. Пускай на квест сделает сначала. Пойду покажу пока.
Так, а я пока позвоню Вовке. Ну, тогда на вечер план действий как-то. План действий на вечер как-то надо придумать. Ладно, я тогда пошел перекушу, пока ждем. Да, ну, изначально это будет Гру Магик Гер. Там, может быть, с собой возьмем вагончика одного-двух. Ну да. Вот. Уже все одеты почти будут. Но там все равно много не получится взять. Там люди начнут, ну, ты возникать. Ты там печеньку потом одну анроу сделай. И мешок. Да, по-любому будет анроу, конечно. Анроу на гильдию будет. Шок будет. Все нормально будет. Я единственное, что говорю, там, ну, прям малышей мы не возьмем, а там каких-нибудь 240-х парочку, ну, с собой возьмем. Ну да, хотя бы можно будет найти. Не, на кубы их ставить тоже опасно. Там даже на кубах опасно. Там потому что же не до конца держать надо. И убегать от всяких. И стоять вовремя надо, пока это действует дебаф. Вот, потому что что у нас там, Костян же вроде, да? Костян, ты здесь или отошел? Да не дай бог тупить будет, там разбегутся все махом. Настюха, а ты тут? Да. Кого так печально, да. Ты где там летаешь, в Борейской тундре? Я уже в Агримар лечу. Куда мне надо? Тебе надо в Агримар? В Запределье сперва. Квест такой. Прибыть в зону 52? Ну да, он. В смысле в Запределье? А куда-то? Ну вот справа, где Алькатрас. Знаешь, где Феникс падает? Да, епати. Так проще будет. Чтобы она открыла карту и посмотрела, где ты находишься. Зайдешь в Запределье, птичку превратишься и своим ходом лети. Просто в Йоки, да? Да, где находится кружочек. Ты ж косточку подобрала эту? А, Настя, я забыл тебе сказать, чародейская пыль с собой есть? Нет. Вообще красавица. А ладно, мы тебе будем делать, нет? Что? Варта квест пойдет доделывать, нет? А где вар вообще? Напишите. Ну, он что-то потерялся где-то. Да тут убивали уже два раза. Кости-то так и нету. Туда не забирали. Только что на... Да только ну, что... они-то им-то зачем? Только что ты елки сперла кость. Так что это не они. Кроме тебя, и она никому не нужна так поступить. Тебя ждем тогда. Кинь вару пати и Насте пати. А я пока тогда метнусь в Агримар. Возьму, Настя, линкани мне, пожалуйста, посох для совы в личку. Я тогда минут на 3-4. Я в Агримар лечу, давай я зайду, возьму в банке, ну, в своем. Хорошо, лети в Агримар, иди в банк и жди меня там. Сделаем так проще, я тебя зачарю и зайду на друиды.
Настя! Что? Я тебя покусаю. Линкани мне посох для совы в личку. Этот же, да? Правильно? Боже мой, я тебя точно укушу. Это посох для совы. Этот посох ты будешь на хила надевать. Вот сейчас я тебе камушки вставишь и самое. И я тебе его зачарю. А тот, который, да-да-да, вот этот вот. Вот. Ну ладно, скинула все. Вот, умница. Значит, так. Тебе нужно сейчас еще один гесамит. И вот, пожалуйста, тебе сердолик. Пригодился. Короче, достаешь сейфа сердолик, тот камень, который мы сделали, давай. И еще один. Сначала, сейчас вот послушай внимательно, сначала посмотри у себя 6 чародейской пыли. 6 штучек. Посмотрела, нет. Умница. Пойду покупать. Угу. Что, о, бабки давай. Дальше что делать? Ой. Доставай сердолик, доставай готовый камень, доставай эликсир. Ну вот посмотри, ты не можешь взять? Стой, подожди, вот я положила, смотри. А, подожди, чародейная пыль, которая розовая, не она? Она, чародейная пыль. Ну, а ты что, не можешь ее взять в банке? Сколько тебе надо штук? Подожди ты, господи, с этой... Ой, боже мой. Недорого. Все остальное я тебе дам. Что тебе надо? Гесанит? Еще что? Говори. Доставай гесанит, сердолик и алицит. Что-то нету этой кости, блин, сколько она весается. 10 минут где-то. Где этот багровый рубин, боже мой. О, неужели? Ну, ладно, вы это, меня не ждите, если что, пойду я отдыхать, это уже что-то. Это кто, лок? Вар. Вар, добро, смотри сам.